Так, это у нас солонец для лося. Подрезали его сантиметров, наверное, на 30. Было очень высоко. Парни делали по насту. Высоту не рассчитали. Это у нас самый рабочий солонец. Весь он обеден лосем. Полностью весь. И земля вся тут вытоптана. Единственное, что эти пеньки они еще не подъели. Собаки возвращаются из поиска. Такой вот солонец. Рядом с ним уже лось был брат. Взят в прошлом году. Сейчас приколотим. Был взят не на солонце, а рядом. Рядом, да. Собаки подняли рядом с солонцом. Закладываем вот такую вот соль. Покупаем ее в Кирове. На Новоятске вроде там друг берет. Обязательно надо бревно туда приколачивать. Потому что лось сбивает его рогами. Чехол-то где, Олег? Снял их сразу. Здесь у нас сделан пропил, чтобы соль стекала. Все бревно уже пропиталось солью. О, разборки пошли разборки. Старый учит молодого. О, это старый учит молодого. Уму-разуму. Живут в одной конуре, но все что-то они не могут поделить. Ну что, бой? Выхватил? От соболя. Такие вот лесные работы у нас предстоят. Техуход. Биотехния. Биотехнические мероприятия выполняем. Не снимай, хоть попасть, блядь, не могу. Я тебя не снимаю, я солонец снимаю. Второй день идет снег сырой. Вроде как и выясняет, а никак погода не может наладиться. Такие дела.